Никогда не была в такой ситуации и не буду. Надеюсь. Не дай бог. Или поспать. Нет, или да. Пару часиков. Я просто заболела и вчера 4 раза спала. Так что мне не знаю. Спать, не спать. Приготовить, что ли, что-нибудь покушать. У меня так нормальный айфон. Джайфон. Калькулятор. Так. Ну, пока я спать. Пока-пока. Я вам что, психолог, что ли? Всем. Помогать. Где я не могу найти? Представляете, не могу найти. Это, кстати, здесь без макияжа тоже. Нет, я не с Гродикова. Так. Блин, столько мотала, и этот вниз вообще ушла. Я не могу найти. Может, видели, но я не оттуда. Блин. Блин, блинский. Алина, блин. Столько историй, как я могла выкладывать столько всего? Всякой всячины. Как правильно сказано. Привет. Тамила, привет. Я пока не найду, я не успокоюсь. Мишки не знаю, где Мишка. Чтобы обрести. Споки, пока. Я в поисках. Я просто настырная. Если я что-то задумала, я должна это сделать. Я пока не найду, я не успокоюсь. Вот это я такая. Это во время так выстрелит. Ну, когда с человеком комфортно, всегда так... Такая сама себя не похвалишь, никто не похвалит, да? Ну да, у меня у самой, самой собой время быстро летит. Вроде бы проснулась недавно, а уже ночь. Я тебя видела, но я была на машине, не могу сказать. Где вы меня видели? Ну-ка, где? Когда? Не поняла я вообще. Когда такое было? Это невозможно. Невозможно. Вы меня путаете с кем-то. Зайдите мне солнце, однако замыкая круг, ты назад посмотришь, что вдруг вырастет, пусть бегут дожди, прошлых бед от них не жди. Блин, блинский. Не могу найти. Я пока не найду. А может, я удалила вообще?
быть может. Ну, это точно было, знаете, где-то, наверное, в 22-м году. Поищу-ка я здесь. Жалко время потраченное на ТикТок? Нет. А вам жалко время, потраченное на работу? Она хочет набухаться. И наебаться. Она хочет иностранца. Иностранца типа Джуни или там Серкан Блат. Ко мне один раз, знаете, короче, знаете, мысли материальные. Смотрите, вот клянусь, я просто увидела это видео. World Model Pick, что-то там, короче. Вот, это просто видео в группе. Вот, просто видео в группе, да? И одно время, в 22-м году, я просто добавила это видео к себе в сторис. Так потом получается так, что я просто добавила. И тут получается, смотрите, я просто как бы захожу в Инстаграм и такая, о, новая подписка. Смотрю фотки. Ой, ёптык-дык. Вот, типа, смотрите, просто закинула это видео. И тут, о, новая подписка. Зайду, посмотрю, кто это. Вот. Я такая, не поняла, типа. Кто это? А как это? А если сейчас увидит, подумает, что я сохну по нему. Ну, реально, он подписался на меня. Просто это я не с его страницы. Я просто выложила. Мне, походу, нужно просто Dyson, да, выложить? Или AMG63? Вот, я просто выложила. В группе увидела это видео, выложила к себе. И потом как-то получилось так, что он подписался на меня. Я такая, что? Я такая, как это, типа? Сейчас он подумает, что я по нему сохну. А мне просто видео понравилось, типа, это мой типаж. Вот. Это прям я в БД потом добавила, такая, ах, нет. Я такая, не поняла, надо быстро удалить. Я пока удалила, он мне вот так вот, вот его аватарка там, он на мою историю, где я добавила его, отправляет смех. Я такая, блин, все уже поздно, он увидел. Вот, я такая, кажется, опоздала. И потом там начал писать, привет, как дела? Я такая, блин, теперь думает, что я по нему сохну. Ужас. Неловко было немножко. Никакая неловкая ситуация. О, капец, смотрите, в каком году я в 22-м году добила 20 тысяч подписчиков в 22-м году. Круто, да? Вот это Ситора Нижний пробил 20 тысяч подписчиков. Прикольно. Раньше срока добила. У меня было 20 тысяч. Это в мае 22-го года. Вот. А планировала я где-то... Я не ожидала, что в таком раннем сроке добью. Так что этот ТикТок просто приносит мне мои плоды. XR? Да, это XR. Я на него в основном эфир снимаю. Просто сейчас на свой снимаю. Сейчас на свой. Здесь у меня нет сим-карт. Это просто чисто на Wi-Fi я сижу и этот снимаю стрим. Здесь мощный аккумулятор. Знаете, у меня вот здесь 88 емкость аккумулятора. Здесь 98. Они почти одинаково работают. То есть, ну, может, этот на полчаса больше с энергосбережением, а этот примерно так же почти работает. Хороший аккумулятор, даже кажется лучше, чем 11. Хотя, говорят, 11 самый такой четкий. Я не могу найти эту историю. Я не успокоюсь, пока не найду. Да, я такая. Я такая настырная.
пока не найду, не успокоюсь. Мне кажется, я удалила, потому что я подумала, что сейчас все скажут, я вышла с... А, кстати, у меня же начали спрашивать, ты чё, типа... ты чё, этот... Цумикс, Христос, Катингес... А сколько там ёмкость аккумулятора? Вскрытый, не скрытый?